Краевые исследователи проверят действия водителей автобусов, в результате которых один пассажир пострадал, а второй едва не попал под колеса машины. Последнее происшествие произошло накануне. Жертвой едва не оказалась 5-летняя девочка. По словам ее мамы, водитель не заметил ребенка и начал движение. О случившемся мама девочки написала в интернет-сообществе. Она рассказала, что пока рассчитывалась за проезд, ее дочь начала выходить из салона, поскользнулась и попала под автобус. А водитель, несмотря на то, что вышли еще не все пассажиры, начал движение. Если бы женщина не успела вытащить ребенка, маршрутка бы его переехала. Реакция водителя на произошедшее еще больше возмутила мать. По ее словам, мужчина просто ответил, что ему ничего не видно. Еще одно ЧП произошло в конце декабря прошлого года. Водитель, следующий по маршруту номер 35 в городе Барнауле, зажал дверями женщину, проехав несколько метров. В результате произошедшего потерпевшей были причинены телесные повреждения и потребовалась госпитализация. Следователи начали доследственную проверку. Они должны установить обстоятельства происшествий и оценить работу транспортных компаний.